Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о визе для цифровых кочевников в Колумбию. Согласно нововведениям, иностранцы смогут получить визу цифрового кочевника в Колумбии. Благодаря созданию этого закона Колумбия присоединилась к Аргентине и Бразилии и стала третьей страной Южной Америки, где есть специальные визы для фрилансеров. Рассмотрим с вами требования к заявителю на визу. Нужно подтвердить свой ежемесячный доход, доказать, что работа выполняется именно в удаленном формате и иметь медицинский полис, оформленный в Колумбии. Виза выдается сроком на 2 года. Также подойдет тем, кто планирует создать бизнес в сфере цифровых технологий и развивать его на территории Колумбии. Друзья, всех, кого интересует виза цифрового кочевника в Колумбии, свяжитесь с нами по указанному номеру телефона, который мы оставим под видео. На этом у меня все. Всем пока!